Вместе с руководителем Международной федерации футбола и губернатором края глава государства побывал на тренировке воспитанников школы. Этот спортивный интернат – один из самых крупных в Европе. Это какой класс? Седьмой, шестой. Какой? Седьмой. И учитель, да? Да. И учиться нравится, и футбол нравится. Да. Все нравится. Счастливые ребята, все хорошие. Сегодня в Краснодаре Владимир Путин проводит заседание президентского совета по развитию физкультуры и спорта. На нем обсудят совершенствование системы подготовки спортивного резерва, а также национальный план борьбы с допингом в российском спорте.